посланники, они дают ту базу, которую мы бы развивали веками, они просто в сжатой форме дают основу знаний. Они есть в нашем мире, и они так помогают людям в развитии, просто сделать гигантский скачок в понимании. То есть человек бы это, к этому пришел через миллионы своих воплощений, но сейчас переход между пятой и шестой расой, и поэтому разрешен был сделать такой скачок в развитии. Всем будет хорошо, всем благословенно.